от лица персонала мотеля «Свободная Калифорния». Желаю вам влить приятных сновидений. Он любил копаться в двигателях. Первый раз он сел на мотоцикл в 15. Зная его навыки вождения, удивляюсь, как он не разбился. Я не хочу мешать маме Уэллс. Я же не семья. Ты была частью его семьи. Наверное, ты прав. Спасибо, Ви. Что-то быстро согласилась. Бродер, главное в нашем деле — никого не бояться. Густаво Орта умер? Да завалил его кто-то, блядь. Мы не знаем, кто. Это же я, блядь. Ничего. Скоро узнаем. Я его завалил, блядь. Короче, херовый месяц для Валентина. Блядь. Да, нет, Ви, только не в этот раз. В этот раз все пройдет ровно как надо. Ты только не тяни, приезжай. До связи. Эй, Уилла, проснись. Он... Все, он умер, да? Рубрика «Оппага». Я тебя убью, нахуй. Ты ж... Я чувствую, что я тебя заебашу, брат. Это что за херня? Шмотки? Ага. Причем самая дешевая пать. Да уж, инфа у Кирка железная. Впрочем, как всегда. Да ты не расстраивайся, их тоже толкнуть можно. Арендуешь точку в Кабуке или... Импланты, значит? Мелитеховская снаряга. Да я ему это в жопу запихаю. Пизда тебе, Кирка. Блять, еще и под пули влез. Иди сюда, на. О, да вечеринка только началась. Зажигай. Ёбаный в рот. Ты глянь, еще один кретин. Ну что, как тебе боевые импланты, а? На тебе, хуйло. Ну, вот так выглядит смерть крысы. Отличная речь. На свои похороны я тебя звать не буду. А с ним что делать? Попросишь кого-нибудь отскрести его и закопать? Некого просить. Вот-вот, пускай уебывает. Одного опёздала из Арасаки нам за глаза хватит. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Бла-бла-бла. Ебать Арасаку, бла-бла, блядь, взрывать Микош. Че, правда, превращаешься в нас? Не исключено. Собачимся, как у старых пердуна в парке. Пора бы немного остыть и начать доверять друг другу. Горит! Быстрее, пока не ёбнуло! Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Происходит. Я подключилась, Ви. Наши нервные системы теперь соединены. А, ты же говорила про синхронизацию. Я из-за этого чувствую все в два раза сильнее. Это сенсорный отклик. Наши ощущения переплелись. Хочешь тоже попробовать? Окей. Давай опробуем эту систему. Как люди вообще с этим сосредотачиваются в бою? Ощущения не всегда яркие. А вот так. Началось, наконец-то, блядь. Я добился этого. Я наконец-то добился. Это победа, блядь! Это победа! Охуеть!
Блядь, как же долго я до этого шел. Бля, ебать. Так охуенно. Для этого мне нужно было спиздить танк, да? Чтобы я в танке трахнул. Несправедливо. Прямо подгадал момент, чтобы отдать мне тело. Радуйся, что я вообще его отдал. Я радуюсь. Просто свечусь, блять, от счастья. Да ты ж мое солнышко. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил. И жаловался, что не можешь меня убить. Я не знал, как далеко все зайдет. И чё? Нельзя повернуть время вспять, но всегда можно начать сначала. Я тебя помню, сука! Бестия! Я Джонни? В смысле? Это же ты! Это же ты! Кот-призрак! Еба, у тебя даже глаз нет. Еще один. Да ты, блядь, издеваешься. Нет никаких вариантов. Двуличная мразь. Мы договаривались. Ты съебываешь. Я остаюсь. Так, спокойно. Нужно выдохнуть. Я, видимо, принял слишком большую дозу Сильверхенда. Слушай, Джонни, если бы я выбирал, с кем жить на необитаемом острове, ты был бы на последнем месте. Честно. Тебе бы даже герои сраной игры корпоратов обошли. Потому что ты эталонный мудак. И есть куча людей, которые нужны миру больше, чем ты. Но это не значит, что я желаю тебе смерти. Сука, что делать? Ебать эти пидоры. И в любом случае, вот резат хуёвый, блядь. Мразь ебаная, блядь. У меня только одна просьба, говнюк. Не забывай обо мне.
Охуеть. Привет, Ви, как дела, малыш? Давненько ты не заглядывал к старине Вику. Наверное, чумбы из посмертия нашли тебе в высшей лиге нового рипера? Какого-нибудь мажорного пиздобола с хромовой задницей, к которому весь Нордоук ходит? Охуенно. Ну и ладно. Ни в чем себе не отказывай, наслаждайся жизнью. Ты это заслужил больше всех, кого я знаю. Но все-таки ты забегай иногда, как будешь рядом, окей? Говорим за жизнь, вспомним старые добрые времена. А я заодно проверю, не проебался ли где случайно твой новый рипер. До встречи, Ви. Нет, Ви. Мне все говорят, ты теперь без Гордо, большая шишка. И как это мешает тебе звонить раз в неделю? Хоть раз в месяц. Мальчик мой, не забывай, с чего ты начинал и с кем. Мои двери всегда для тебя открыты. Еда всегда на столе. Микаса эс су каса. Но се те ольвиде. А и те ве уви. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Блин. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шипуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стоило свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать? Ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Как твои дела? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. А так вообще, кое-как справляемся вроде. Семья постоянно растет, заказов теперь много.
Иногда я мечтаю просто нормально выспаться. Но нельзя же, чтобы было все и сразу, правильно? Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Позвони, как тебе станет скучно в городе. Я тебя прокачу куда-нибудь. Далеко-далеко. Ну, как-то так. Удачи тебе там. Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе. И до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал... Может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас. Для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Привет. Это Пиралис. Ви. Если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. Знаешь, что я вытащила? Силу Императора... И мир. Дорогой мой, скоро мир о тебе услышит. Пора показать Найт-Сити, на что ты способен.